Итак, всех приветствую на нашем канале Sergio.zt.ua. Подписываемся, ставим лайки, не забываем. У нас очередная одна посылочка с сайта AliExpress. Трек номер не просматривал, даже не знаю, что здесь. Сейчас мы все вместе узнаем. Аккуратненько открываем. И смотрим, что у нас здесь. А у нас здесь все для прекрасной половины. То есть помада, помады. Так, упакованы отлично. Вот таких вот 4 помады. Могу сказать, продавец на подарочек пожлобился. Мог бы такому оптовому покупателю положить. Так, все помады у нас запакованы. Тут что-то написано. Так, это третий номер, четвертый номер. 6 и 5. Ранее заказывали 2. То есть решили заказать дальше, посмотреть дальше. Ну и сейчас кратко рассмотрим. Рассмотрим. Конечно, я как мужской половины ничего интересного не расскажу про нее. Ну, она, как заказывали попереднюю помаду, стойкая. Благостойко, не стирается, долго держится на губах. Так, смотрим. Вот такая вот помада. Цвет, ну не знаю, или передаст камера цвет. Вот такой вот, тут трошки вот видно какой-то. Ну, я думаю, существенно. Так, как-то у нас женщины проверяют. О, вот такой вот цвет. Следующую, номер 4. Так, все у нас запаковано, запаяно. Так, помада номер 4. Так, у нас эта помада вот такая вот. Никаких повреждений. Где ничего. Сейчас для примера тоже рядышком нарисую. Вот такая вот. Честно, как на меня, чуть-чуть есть отличие. Так, номер 5. Помады запаяны. Так, скрываем. Смотрим. Так, помада у нас это потемнее. Такой интересный цвет. Для образца нарисуем сбоку. Не знаю, передаст камера цвет. Не передаст. Но нарисую. Так, и следующая наша помада под номером 6. Кстати, у продавцов 6 штук. Мы первые только не заказывали, заказали все остальные цвета. У него они шли по скидке. Ну, как я и сказал, для оптовых покупателей мы бы сделали какой-то подарочек. Так, вот такая вот помада. Вроде бы все целое. И нарисую следующий цвет. Вот, кровь такая жирнее. Итак, такая вот у нас получилась расцветка. 4 помады. Сайт AliExpress. Ссылка на данные помады будет у нас в описании под видео. Ставим лайки, подписываемся. Смотрим дальше. Будет еще более интересных видео. Всем пока. До встречи.